Всем привет, друзья! Сегодня у нас очередная распаковочка женской сумки. На этот раз сумка уже будет из натуральной кожи, как заявлено продавцом. Да и по фотографиям, собственно, тоже было заметно, что это натуральная кожа. А стоимость этой посылки, если перевести на рубли, на конец мая составила 600 рублей. То есть, мне кажется, что 600 рублей у нас невозможно в России купить кожаную сумку. Такой здоровенный пакетище. Давайте откроем его и посмотрим, что же нам туда засунули господа китайцы. Время доставки, как обычно, на экране. В пакете у нас больше ничего нет. Эта сумка аналогичным образом покупалась на групповых покупках по скидкам. Нифига себе, какая здоровая. Так, вот ремешки, такие как, по запаху, если честно, вот эта штука похожа на кальмары, очень сильно похожа на кальмары, но, в принципе, по выделке, я думаю, выключил случайно свет, по выделке видно, что это, в принципе, натуральная кожа, да и так, по качеству, все швы ровные, где так, ну вот тут немножко топорщится ниточки, но это ерунда. Есть ручки, не вижу ремешок, да, есть ремешок, отдельно, видимо, вот на карабинчике цепляется. Ремешок тоже, в принципе, сделан неплохо, единственное, как я уже говорил в прошлой распаковке, есть подозрение, что вот эти самые замочки могут облезть со временем. Внутри тоже никаких нареканий к качеству шва. Жесткая перегородка с отсека внутри. Отдел под смартфоны, возможно, там ключи. Еще один кармашек внутри. Под документы можно, допустим. Есть кармашек снаружи. В общем, в целом, как вы можете посмотреть на видео, прошито очень качественно. Ну, действительно, то есть не скажешь, что эта сумка стоит 600 рублей. Сейчас, конечно, доллар уже подорожал, да и покупать, если будете, она уже будет без скидок. Но, тем не менее, даже с моего мужского взгляда, если оценивать это изделие по качеству самого изготовления, отличное качество. Здесь вот даже вот лоскуток такой, что-то прям натуральной кожи. И тоже... Не, вот здесь уже как-то, если пахнет кальмарами, да, то кожа чувствуется в этом месте. А вот эта вот штука, где вот эта вот, она прям капец, как сильно пахнет кальмарами, которые обычно там пиво продаются. В общем, в целом, неплохая сумка для женщин. К покупке аналогичным образом рекомендую. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. До встречи!